Пойдем с нами. Спасибо. Моделью, конечно, планирую. Это очень мне нравится, это очень мне по духу, честно. Как оцениваете свои шансы на Мисс Казахстан? Объективно. Все зависит от меня самой. Как я себя покажу, как я выступлю, конечно, все будет зависеть от этого. Буду стараться. Что, юристом будете, либо же по модельной линии перейти? Модельная — это всегда для меня было хобби, которое мне очень нравится. Я думаю, что девушка должна иметь свое хобби. Это хобби, не больше. Конечно, я, может быть, буду юристом или еще кем-нибудь. Но не точно не моделью, это временный... Ваше сердце свободно, кстати? Что касается сердца, да, оно свободно. Давно свободно! Опа, что мне такое? Поздравляем вас! Ой, я даже не знаю, ни земное ощущение такое, у меня вообще... Сердце полное радости, счастья, не знаю, за дочь. Молодец, умница. Вы ожидали победы? Нет, ну как бы среди первых ожидала, но да, но высшей награды такой не ожидала, конечно. Чего бы вы желали в дальнейшем, да, дочери? Успешная модельная карьера, успешная карьера юриста, либо обрести семью, семейный очаг? Ну все, конечно, и карьера, и семья на первом месте, конечно. Ну и вообще все, чтобы успела. Пока молодая, мне кажется, нужно везде все попробовать